Грибной канал. На старт вышли несколько десятков юношей и девушек, причем как профессиональные спортсмены, так и просто любители. Для одних это первый забег после зимней паузы, для других – первый в жизни. А кто-то и вовсе здесь для того, чтобы просто встретиться и пообщаться. Буквально вчера я услышала об этом мероприятии и решила, почему бы не принять участие. Погода хорошая, спорт – это всегда хорошо, особенно молодым людям. Всегда хочется выглядеть хорошо, быть здоровым, найти новых друзей. Если ты видишь людей, которые принимают участие в таких мероприятиях, то ты понимаешь, что это хороший человек, потому что он следит за своим здоровьем, за своей фигурой. Это первый для Бреста забег, символизирующий начало весны спортивной, а вместе с тем пробуждение брестской молодежи от зимней спячки. Основной маршрут вдоль Грибного канала. Пробежать нужно около 2 километров. Но что важно, на этот раз на спортплощадке ни победителей, ни проигравших. Первые весенние дни приобщать молодежь к здоровому образу жизни – это одна из самых наших главных задач, целей нашей организации, как Белорусского республиканского союза молодежи. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи, среди подрастающего поколения, а потому при первой возможности, при первых весенних теплых деньгах мы собрались здесь, на Грибном канале, чтобы пробежать этот полумарафон. Судя по интересу, проявленному брестской молодежи к марафону, спонтанная инициатива имеет все шансы перерасти в новую молодежную традицию.